Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня я вам покажу украшение с черным, с жемчугом. Осень и меня потянуло на темные глубокие цвета. Перед вами находится нить жемчужная. Это черный жемчуг. Он немножечко отличается по оттенку. Некоторые жемчужины более фиолетовые, некоторые более серые. Эта нить, она приблизительно длиной 80 сантиметров. Мне ее привезли около 10 лет назад в подарок из какой-то заграничной командировки. И поначалу я не оценила эти бусы, потому что я не люблю носить длинные бусы, я люблю короткие носить бусы. И я смотрела по застежке. Застежка тут какая-то, на мой взгляд, простая, дешевая, обычная. И мне показалось, что эти бусы, они посредственные. Я их немножко забраковала. А потом я начала обращать внимание на жемчужины и поняла, что это очень качественный жемчуг. Все жемчужины, они практически ровные, практически круглые, идеально подобранные, но не настолько, как у искусственного жемчуга Майорка. То есть это понятно, что это натуральный жемчуг, и по шероховатости, и по форме. Форма, она не идеальный шарик. Вот такие вот бусы. Но поскольку они длинные, я люблю короткие шейные украшения, я их ношу в два оборота. В два оборота получается где-то вот так вот. К этим бусам у меня еще есть такой вот браслетик. Точности из этого же комплекта и с такой же дурацкой застежкой. Мне кажется, надо эту застежку поменять, но это родная фурнитура, я пока не меняла, и браслет невелик. Я заметила по себе, если я убавляю браслеты, делаю своего размера, я перестаю их носить, а браслеты, которые оверсайз, я люблю носить. У меня есть к этим бусам вот такие вот серьги. Они идеально подходят по цвету, как вы видите, и они элегантные. То есть эти серьги, они нравятся всем. Всем женщинам, всем мужчинам, всем детям. Черная жемчужина морская, внутри белое золото и бриллианты. Маленькие бриллиантики. Эти серьги как цветочки. И с этими бусами они хорошо сочетаются. То есть у них идеальное совпадение по цвету, по оттенку жемчуга и по размеру. И с этим браслетом. Хотя это я их покупала уже отдельно и после того, как у меня появились эти бусы. На второй руке у меня, сейчас я сниму, кольцо, которое тоже идеально подходит к этим бусам. То есть такая вот серая жемчужина, тоже белое золото, бриллиантики очень мелкие. Такая же жемчужина, как бус, как бусы и как серьги. А на левой руке вы видите бабочку. Это кольцо у меня появилось летом этого года. Бабочка из белого золота, и она не получается передать красоту этого украшения. И она вся покрыта бриллиантами Паве. Некоторые любят бабочек, белое золото и бриллианты. То есть она состоит из бриллиантиков. Камера не передает блеска, но она все переливается. Вот сейчас я показываю весь этот комплект. На шее бусы, на одной руке браслет, серьги, бабочка и колечко с бриллиантиком. Вот такие украшения я подобрала на выходные дни, на осень. Мне кажется, осенью они уместны. Я очень люблю жемчуг, но почему-то я его редко ношу.
Вот такая вот получилась парюра из черного жемчуга. Мне очень нравятся серьги и бабочка. И кольцо с бриллиантиком. Такая вот парюра. Так. Сережек английская застежка. Английский замочек. Я собираюсь эти бусы и браслетик переделать, поменять фурнитуру. Как только я разношу их, буду их чаще носить, я поменяю фурнитуру. Пока их ношу раз в год. Вот такой вот черный жемчуг находится у меня в коллекции. Я надеюсь, вам было интересно. Я всех благодарю за внимание, желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.